заваливаем бас. Копа так не любят нас. Так не любят нас. Мы никому не даем спас. Всем привет, друзья, с вами ваш Мангуст, и сегодня у нас новая серия по Farming Simulator 17. Это долгожданная и вами любимая погоня, ребят. Сегодня будет очень бомбическая серия. Вот, мы с ребятами постараемся, чтобы вы хорошо провели время, и обязательно, ребятки, поддержите нас лайками, вашими топовыми комментариями. Ну, а мы постараемся сделать для вас реально топовый контентик. Так, сегодня у нас в роли полицейских выступает Петрович и Илья. Здорово вам, ребята. Привет. Привет. Смотрите, сегодня у нас история до банальности простая. Сегодня у нас будет пьяный тракторист. Сегодня я буду в роли пьяного тракториста. Че, не похож на пьяного тракториста? Короче, я буду сегодня пьяным трактористом. А ребята будут полицейскими. Вот, возьмут они сегодня вот эти две буханочки, а пятнашка сегодня сломалась, ребят. Пятнашка сломалась, вот они тут приехали как раз, типа, починить. Вот, но ничего не происходит. Единственное, смотрите, кстати, прикольно, ДПС просвечивается через этот капот. Вот, ну да ладно. Так, я буду в роли тракториста, трактор будет МТЗ-82. И самое главное условие в моих видосах по погоне — это отключение карты, то есть никто не будет видеть, где находится, но это, как по мне, логично. Но сегодня небольшое условие, то что карту мы не будем вот через HUD отключать вот так вообще полностью, чтобы ники пропадали, потому что их двое, а угонять я сегодня буду, и реально область очень большая будет, поэтому они отключат только карту, и ник будет в районе 10 метров, наверное, 10 или 15 метров активирован, то есть, в принципе, они могут меня заметить. Вот, так что сегодня прям погоня будет реально прикольненькая, так что давайте начинать. Так, ребята, все, по коням. Давайте, по коням, садитесь. А я в трактор. Все, давайте, начинайте меня искать. Я, в принципе, уже переместился. Все, ребята сейчас поедут. Все, давайте, отправляйтесь, отправляйтесь. Вы, кстати, как будете? Вместе ездить или по раздельности? Лучше, наверное, по раздельности. Ну ладно, все, окей. Ну, давай, я сразу за мост поеду, а ты здесь. Да, пусть они пока едут, в принципе... Я машину оставил, ну, трактор там, сейчас пока у нас, вот, все, они разделяются, погоня началась. Ну что, ребятки, в общем, мы вот с этим мужичком как раз вот набухались и, естественно, взяли покататься трактор. Так что местные жители уже, естественно, вызвали полицию, и за нами идет охота, но мы пока это не знаем, то есть нам же нужно покутить на этом замечательном тракторе. Вот, и покататься пьяному море по колено, так что, ребята, жигуем на нем на всю катушечку. Так, ой, только единственное, что мне-то надо карту тоже отключить, иначе буду я их видеть. Вот, а это будет не совсем верно. Так, давай, МТЗ. В общем, сегодня мы будем реально на нем отжигать. Естественно, мы пьяные, да, по дорогам, что нам ездить? Нам нужно прям наваливать. Так, наваливать нам... Оп, блин, ну, на самом деле, на МТЗ так сильно не наваливаешь. Вот, нужно безумство. Слушайте, я вот сейчас подумал, я же немножко им подсказываю, когда говорю. Но, ребят, я думаю, вы меня про это простите вот за это. Но мы же сами понимаете под этим делом, поэтому я думаю, вот тут прям самое оно. Вот потом председатель-то пизделей даст этому трактористу. Это я вам отвечаю. Так он их, его покарает, когда найдут. Ох. Ребят, чё, как у вас там дела? Ищете? Да. Нормально, так. Ну, я так понимаю, поиски у вас пока ничем хорошим не заканчиваются. Я вас пока тоже не вижу. Кстати, вот интересно, если я вас увижу, как бы ник у меня появится? То есть, как бы вы меня спалите или нет? Так, вы помните, что у вас ограничение пока 50 км в час? То есть вы как бы быстрее не едьте. Это специальное условие, потому что трактор тоже быстро ехать не может. И для безопасности на дороге, потому что это же все-таки деревня, что они там будут летать. Так, ребята, сейчас мы поедем с вами очень интересное место. Вот. Сейчас кое-куда поедем. Так, пока я их не вижу, но это реально круто. То есть у меня получается от них скрываться. И если бы они сейчас знали, где я приезжаю, то это просто жесть. Мы просто жесть. Так, уезжаем. Так, аккуратненько. Я уже вижу чьи-то следы, то есть, значит, они здесь были. Ну, это логично, что они здесь проезжали. Блин, ребята, это на самом деле круто. Кстати, не забывайте обязательно делать, ребята, себе чаёху и делать бутеры, и смотрите, потому что я думаю, тут прям эпично. Я уже начинаю переживать, на самом деле. Уже переживаю за эту погоню. То есть, я как-то прям...
в роли этого тракториста. Я думаю, вы догадались, куда тракторист едет. Вот, и я думаю, это подсказка нашим ребятам, куда пьяный тракторист может ехать, да? Естественно, в магазин догоняться. Так что, ребята, вот, это небольшая подсказка для наших полицейских, потому что, я думаю, если им не подсказать, они меня вообще не найдут. Все-таки карта большая. Вот, и нужно, чтобы они знали примерно, куда я могу ехать, вот. Так что давайте, ребят. Мы, естественно, все сокращаем. Не всегда еду по дороге. Так, пока я их не вижу. Реально, их реально пока не видно. Так, перебираемся через рельсы. Так, главное, чтобы поезда здесь не было. Давай, 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 МТЗ, поднимайся. Так, подожди, а где эта часть? А, вон она, все, так, едем туда. Так, слушайте, я вот так вот сныкаюсь, так они меня точно не найдут. Потому что если я буду ехать по верхней части, они меня могут увидеть. Блин, это реально круто, ребята. Обязательно лукасы. Потому что если вы поставите реально много лукасов, то мы будем снимать для вас почаще погони. Это будет еще эпичнее. То есть надо народ побольше. Если кто желает с нами сниматься в погонях, то качайте мои моды. Ссылка на моды в описании. Скачивайте оттуда модики и будете снимать погони с нами. Так. Теперь нам нужно найти это местечко. Нам нужно найти магазинчик, естественно, закупиться еще этим. Как это? Так, это слово нельзя говорить, наверное, мне кажется. Но огненной воды. Ну что, ребят, вы хотя бы представляете, где я нахожусь? Не совсем. Ну блин, я же даю вам откровенные подсказки. Куда может пьяный тракторист ехать? Закупаться. Сейчас. Естественно, сейчас приеду. Сейчас приеду, да. Так, Петрович понял. Так, только я не могу найти эту часть, подождите. А, я не здесь нахожусь, все. Давай, давай, давай. Подожди, а почему у нас этого трафика нет? Стоп, 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 ребятки, сейчас надо чуть-чуть подправить. Так, сейчас включим трафик, потому что нету трафика, я забыл его включить. Опа, а вот теперь будет интересней. Так, сейчас машины появятся, там аккуратнее, если вы на дороге. Так. У нас есть мигалки сирены. А, у вас, да, у вас. Воу, воу, тихо, 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 я подумал, что... Ну, вы поняли, что я подумал. Так, сейчас найдем. Где-то... Вот она, вот она. Так, заезжаем сюда. Опа, сейчас возьмем курочку-гриль себе. Так, подожди, это магазинчик? Да-да-да-да-да. Так, курочку-гриль. Так, выходим, пока их нет. Подожди, там кто-то едет. А, все, это не они. Так, а можно курочку? Не, надо не так. Так, курочку мне быстро сделали. Так, и вот эту пачку вот эту Мальборо. Давай, давай сюда. Все нормально. Так. Закусь есть. Теперь нам нужно поехать за огненной водой. Ага, музычка такая. Слушайте, здесь вообще отлично просто. Так, где-то здесь магаз видел. Во, давай, вот здесь. Вот кафешка. Игровой автомат, это разбуль. А, закусочная. Все, здесь 100% будет. Так, ребзи, давайте сейчас затаримся. Пока стоим. Пока стоим, я реально никого не вижу. Блин, ну это... Да как так-то, реально? Ну как так? А вот закуч... Вот, ребята, продукты. Все, я нашел магазин. Да, я нашел магазинчик. Магазинчик продукты. Так. И мы сейчас здесь как раз переждем. Немножко. Ну, пока трактор оставим, давайте посмотрим, где они могут быть вообще реально. Мне уже интересно. Так, ладно, я вам даю подсказку, потому что, как бы вы меня долго не можете найти, я нахожусь в городе. Я нахожусь не в центральной части, я нахожусь уже в городе. Поэтому давайте, давайте побыстрее. Это вам, знаете что? Давайте так, эта подсказка была не просто так. А, я же зашел, получается, в магазин, поэтому продавщица Зина подсказала полицейским. То есть позвонила полицейским и сказала, что я в городе. Поэтому ребята узнали это именно от Зины, не я... Да ёп! Вот он! А вон он, Петрович, я... Так, стоять. Только не надо меня перехватывать сейчас. Так, Петрович, я уже вижу. Так, он не может заехать. Я врезался в столб, это нормально. Так, 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 уходим, уходим. Стоять. Да ни хрена, хрен вы меня возьмете. И тут тракторист открывает бутылочку и... Таранит Петровича в стенку. Уху, валим. Хоть бы поезд сейчас поехал, это будет мега эпично. Нет, поезда нет. Опа! Опа, я же на тракторе. Слушай, трактор — это безумная тачка, которой можно легко кататься по рельсам. И смотрите, вообще два полицейских. Тупо, я ухожу от двух полицейских.
Так, все, картой можно пользоваться. Все, включаем карту. Так, сейчас. Так. Ага, ага. Ага. Опа. Опа. Так, ушли. Уходим, переваливаемся. Так, единственное, что они здесь, мне кажется, быстро смогут проехать. Ребята, реально я ушел от них. Они меня потеряли. Смотрите, блин, они... Ай, так нечестно. Подождите, ладно, давайте все-таки нельзя пользоваться картой. Оп, пролетел. Давайте нельзя картой, потому что я сейчас мог уйти от вас, а вы меня по карте видели. Хорошо, отключайте. В газель. Ай, нет. Так, а не перекрыл, не перекрыли, вдвоем нужно. Ах, семерочка, вот это да. Уф, ни хрена тут полицейских, ребят, смотрите. Экипаж на шестерке, приорка. Блин, трактор крутая вещь. Знаете, в чем трактор крутая вещь? То, что я могу их таранить, реально. Вау, зажимают, ребята. Насилуют. Так, вот он, поезд, смотрите. Сейчас я прям как в фильме «Форсаж» сделаю. А, подожди, я уже не успел, получается. Блин, реально его не остановить. Оп. Ну где этот, чё поезд, с какой он, блин, состав идет? Оп. Твою ж мать! Да, Петрович... Не, Петрович, надо вдвоем. Давайте, чтобы вы меня вдвоем зажали, потому что тут один. Оп, поедем по рельсам. Конечно, шлагбаум можно сказать, что да. Можно сказать, что он меня практически прикрыл, потому что шлагбаум как бы... Я уперся в шлагбаум, поэтому нормально. Как бы может... Ну, давайте, ладно, еще. Нет, так не считается. Илюха, давай догоняй. Петрович тут что-то... Давай. И сейчас сделаем красиво. Опа! Вообще намаз. Какие-то вы неповоротливые, ребята. Давайте активнее. А что вы не говорите там это? Водитель трактора, остановитесь. Вы что молчите? Водитель трактора, остановитесь. Опа, как я его красиво сейчас. Ага, так я прям остановился. Послушай. Оп. Твою же мать. Фух, слава богу, тут заборщик такой мягкий оказался. Я думал, что еще... Так, они там застряли. Так. Надеюсь, этот заборщик окажется таким же. Нормально, огородами. Ребят, огородами бегаю. Так, ну получится у них? Так, вот Илья здесь. ДПСник Илья. И куда мы поедем, Илья? Так, давай. Ну давайте что-нибудь типичное. Водитель трактора, остановите. Давайте что-нибудь типичное как-нибудь полетаем. Так, поехали куда-нибудь. Ладно, сейчас вас... сейчас вас тракторист Василий куда-нибудь заведет. Вам нужно... Вы неправильно как-то меня зажимаете. Вы зажимаете меня с двух сторон. Вам нужно как-то меня зажать это... Спереди. Один должен спереди меня заблокировать. Оп. Сейчас заныкаемся в трафик, ребят. Типа неподозрительные такие. Оп. Слушайте, я хочу их реально опередить с поездом. Я хочу, чтобы проехать под шлагбаумом, и чтобы они как-то отстали от меня. Слушайте, они меня потеряли. Тихо, потеряли. А нет, Илюха, Илья видел, блин. Петрович где-то вообще потерялся. А, нет, все, Петрович делал план капкан. Он думал, что я поеду туда. Оп. Твою же мать. Так, ну это все практически. Так. Ну зажимай. Да вы что в друг друга-то врезались? Ай, ладно. Зажимают, ребята. А, блин, захватили. Ну что, друзья, вот и схватили нашего тракториста. Недолго музычка играла, как говорится. Сейчас будет получать по своим заслугам. Так, выходи из машины быстро. А я не хочу выходить. Я вон, у меня тут все нормально уже. Закусить. Вы матовичи сказали, сейчас достану оружие. Да ладно вы, мужики, давайте ко мне, у меня тут все есть. Вон, курочка, гриль, бутылочка, все нормально, ребят. Че вы начинаете? На тебя заявление поступило, вылази. Да кто там написал, Зинка что ли? Ну эту Зинку нахрен. Не буду я вылазить, отстаньте от меня. А ну-ка быстро из трактора увазик, а то на 15 суток посадим. Блин, какие 15 суток? Ладно, все, хорошо, мужики, сейчас вылазу.
Так, ребят, ну чё, мы оказались в УАЗике, тут сейчас будем договариваться. Так, ну чё, мужики, как решать-то будем? Давайте я вам на месте как бы это оплачу и всё, вроде зарплату недавно получил, деньги-то есть. Сколько вам надо будет за то, чтобы мы умяли эту... это недоразумение, так сказать. Это уже подозрение на взятку. Да нет, ну какая взятка, я просто вас поблагодарю, так сказать. Настроение у меня сегодня хорошее. Вроде я такого особого злого-то ничего не сделал, никого. Ну, пару заборчиков позбивал, там, пару курей передавил. Так-то больше ничего. Ну чё, кто у вас тут главный-то? Кто решает? Вот я это... даже не знаю, твои предложения. Ну, есть у меня 20-ка, я вот зарплату получил, в колхозе дали, давайте 20 дам вам. Согласны? Но у меня ну, больше... Ну, давай, в кармашек положи сзади все деньги. Но учтите, у меня больше ничего не останется, может, на 10-ку договоримся? Нет, не получится уже. Ну, ладно, блин, надо было сказать им, что у меня только 10-ка, черт. Ну, ладно, давайте, сейчас вам это отдам. Так, а кому передавать-то, тебе или напарнику? Ну, передай напарнику. Все, хорошо, сейчас передадим. Так, напарнику... 20 тысяч. Так, все, 20 тысяч. Есть, передали. Так, ну что, мужики, ну, отпускаете? Мы... Да, мы. Все, шуруй отсюда, чтобы мы тебя больше не видели. Все, спасибо. На дорогах нам не попадайте в таком состоянии. Трактор не конфискуете, нормально все? Нет, не конфискуем. Все, спасибо. Все, мужики, давайте, счастливо. Так, ребят, ну что, мы договорились? Все, давайте, сейчас сваливаю, блядь. Вот тут крокоборы-то, а. Ну я, конечно, лоханулся с этой двадцаткой, на самом деле, надо было 10-ку им отстегнуть и все. Ну что, поехали дальше отмечать. Ребята, надеюсь, вам понравилась эта погоня. Мы постарались для вас, чтобы это было эпично, интересно, красиво и занимательно. Никогда не гоняйте пьяными за рулем. Это самое-самое опасное. Всегда соблюдайте правила дорожного движения. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. С вами был ваш Мангуст. До скорых встреч. Пока-пока.